Здравствуйте, в эфире программа «Городская среда». Не хочу думать, что среди наших телезрителей есть те, кто не читал мал «Маленького принца» Антуана де сент Этому замечательному человеку принадлежит выражение, которое звучит примерно так. В городе не до людей. Людей нет. Есть функции. Почтальон, продавец, сосед, который мешает. Человеком дорожишь в пустыне. Готовясь к сегодняшней программе, поймал себя на мысли, что мы, горожане, в большинстве своем воспринимаем друг друга исключительно с позиции полезности того или иного индивидуума в силу занимаемого положения, влияния и так далее. И только оставшись один на один со своей судьбой, искренне радуемся тому, кто случайно или нет решил ее разделить. Возможно, я нашел ответ на вопрос, почему так. Живя в ритме большого города, в режиме тотального недоверия, невозможно разглядеть тех, кто добровольно решил разделить судьбу, в нашем случае судьбу кишиневцев, беря на себя время улучшения ситуации в столице Молдовы. Сегодняшнюю программу посвятим итогам работы муниципального совета в этом году. И расставить акценты в деятельности столичных законодателей нам помогут муниципальные советники от партии социалистов Динарий Кажакару и Александр Одинцов. Здравствуйте. Здравствуйте. Вечер. Итак, итоги года. Не призываю вас отчитываться за всю фракцию, вы представляете, ну, за, всю, за весь муниципальный совет, вы представляете фракцию Партии Социалистов. И хотелось бы вот, получить ответ на следующий вопрос. Что удалось за этот год, третий год уже вашего мандата э, в этом состоянии муниципального совета? И что в, удается вообще в таком состоянии, насколько комфортно в таком составе муниципального совета реализовывать то, как бы, то о чем просят? просят кишиневцы, то в чем нуждается сегодня наша столица? ну кто сегодня первый? давайте, давайте. значит можем разделить как бы функциональные и политические наши достижения. если говорить о политических, мы можем сказать четко и ясно, мы сумели в 2018 году избавиться от Дарина Киртуака, который все говорили, что он вцепился, и нельзя его никак убрать. вот получилось, убрали один плюс, скажем. Два, опять же, с политической стороны, исходя из того, что на выборах, так скажем, так решили пригороды, выиграл Андрей Настас, мы приглашали его, раз он выбор, как выиграл, приглашали его на работу, мы сняли маску с него, узнали, что он всего лишь на словах герой. Он за все это время не дал нам хотя бы одного юриста, либо какой-то какой социальный проект, который мы могли бы внедрить. Но в предвыборке он хвастался, что у него есть и первое, и второе, и третье. Оказывается, у него нет ни команды, ни какого-то, э, так скажем, запланированного проекта. То есть нет цельного видения того, каким мог бы быть город и случай, если бы он возглавил бы столичную мэрию? Я более того скажу, мы были на многих дебатах, просто не это цель нашего сегодняшнего дискурса, но Думаю. я ни разу у него не слышал конкретного шага. Давайте по экономике. Откуда он возьмет и куда поставит? У него не было. У него просто одно в голове. Коррупция, коррупция. Да, мы знаем, что коррупция. Но для того, чтобы избавиться от коррупции, нужно знать, где этот корень зла, его отрезать и чем заменить. Ни разу и мне кажется, и чем резать, тоже важно. Потому, что ну, есть чем инструмент и... для искоренения. Чем резать определенный инструмент мы уже разъяснили. Mm -hmm. Дарина Киртуак убрали. Э -э остается только подточить этот инструмент и работать. И в основном этот инструмент это мы, кишиневцы. Если мы хотим что-то сделать, значит, мы должны сплотиться, мы должны забыть определенные обиды и решить вопрос. Александр, ваше впечатление вот от э, уходящего года, практически 2018 год, 2018 год отсчитывает последние Дни, а затем уже и часы, и мы уже вступим в новый 2019 год. Понятно, что в этот год, то есть каждый новый год мы приходим с какими-то итогами, с какими-то надеждами, которые, в общем-то, основываются на том, что удалось и что не удалось сделать. Вот ваше ощущение, все ли удалось сделать то, ну, из, из тех задач, которые вы ставили себе лично, и как человеку, человеку и как человеку-муниципальному советнику? Uh, Станислав, знаете, следующее, вот и я обращаюсь также к жителям, вот мой коллега, он uh, сказал про инструмент, uh, Динарию, как врач умело пользуется скальпелем, я знаю, у него, <coughs> то есть он знает, о чем говорит. Б он знает, о чем говорит, у него большая слава, хорошего врача. Uh, мы использовали все инструменты. Скальпель не наш метод, к сожалению, в политической uh -huh. деятельности. Uh -huh. понимаю, да, в работе муниципального советника это не наш метод. Мы использовали все возможные легальные законные способы для того, чтобы а вот как сказал мой коллега, к сожалению, если говорить даже не в восемнадцатом году. Три с половиной года. Мы в августе 2015 э, -го года получили мандат канцелярии. Три с половиной года. Три года нам приходилось, извините, очищать авгивые конюшни вот от этого либерального всего вот нароста, то, что было в Кишиневе, потому что благодаря Дарину Киртуаке и его команде, к сожалению, создалась и так называемая, как говорит господин Настас, избранный примар, мафия мобилиара, совместно с демократами, совместно с другими канцелярами, которые, к сожалению, голосуют за все эти зональные пузы за распилы земельных участков, э, за непонятные проекты, за мошеннические проекты. И нам приходилось это все расхлебывать. Я могу сказать, за три года деятельности и также за 2018 год, это как представитель земельно-строительной комиссии, это тысячи изученных проектов. Простите, пожалуйста, но сидим у меня прибавилось значительно больше поздно прихожу на работу, это за счет личного времени, за счет того, что не видишь своих собственных детей, приходилось изучать для того, чтобы помочь горожанам. Потому что я также живу в этом городе, мои дети растут в этом городе, я хочу, чтобы этот город нормально развивался. Вот, слава Богу, удалось. Мне очень любопытно, что наша юстиция позволила этому, э, как я его часто называю, не до мэрком, потому что он за 10 лет мэрства так и не дорос до нормального мэра, господина Киртуаки, позволили участвовать в выборах в нормальной стране, нормальной юридической стране, проевропейской стране, где юстиция работает, этот человек давно бы сидел в тюрьме. Но тем не менее он сейчас участвует в выборах. Избранный примар. К сожалению, так опять сложилось, как говорил мой коллега. Благодаря манипуляциям, я считаю, во многом, потому что за три года, вот внимание жителям пригорода, за три года только повторюсь, только фракция социалистов под нашим руководством Иона Чебана, председателя нашей фракции, только мы проводили встречи с примарами пригородов. Только мы. Дарина Киртак это вообще не интересовало. Дальше экс-директор Юнинфиноза это не интересовало. И сейчас нынешние исполняющие обязанности, которые мы считаем также незаконно назначенными господина Руслана, его также не интересуют пригороды. Да, были некоторые вопросы сделаны по, по троллейбусам, о которых мы давно говорили. И бюджет мы выделяли около 240 миллионов, если не ошибаюсь, да. за три года. По нашему предложению было выделено. И уважаемые пригороды были выделены. И вот, уважаемые жители пригорода, вам необходимо обратиться к своим примарам для того, чтобы спросить, а что было сделано? За эти деньги, да. А вы знаете, сколько денег было возвращено, потому что примары просто не удосужились вовремя провести тендер, вовремя отремонтировать детский садик, построить стадион, построить канализацию, построить дорогу на те деньги, которые мы из бюджета уже выделили. Это результат какой-то профнепригодности этих людей или а может это, быть э, это, нежелание? Чтобы? Это результат, во-первых, профнепригодности раз. Это результат того, что Дарин Киртуака 10 лет принимал бюджет в середине года. Давайте вспомним. То есть люди не верят в саму пришли деньги. А нет, дело не, вопрос, не в этом. Первый раз за всю историю муниципального совета в 2018 году, в году, бюджет году он был вовремя принят. Вопрос в чем? Дарин Киртуака принимал бюджет. Вот бюджет на 2017 год был принят в середине 2017 в -го года. Бюджет на 2016 год был принят в середине 2016 -го года и по законодательству о местном публичном бюджете. Если бюджет вовремя не принимается, а внимание вовремя это 10 декабря. Это в законе так указано. Ну, позволите на какое-то небольшое опоздание, скажем так. Но нужно принять в декабре текущего года, принять бюджет на следующий год. Тогда все подразделения премьерии, все муниципальные предприятия, все управления, дирекции имеют возможность вовремя провести тендера на закупку э, учебников, на закупку асфальта, на закупку водопроводной труб, все, что необходимо в деятельности или на те программы, которые не запланировали. То есть не финансового обеспечения стройка. Нету, нету обеспечения финансового, значит действует предыдущий бюджет. И самое главное, вот здесь начинается хитрость, которую Дарин Киртуак использовал, начинается распределение денежных средств забирается от культуры, забирается от детских садов на строительство дорог, которых не видно и почитать невозможно, то есть денежные средства идут не на основании решения муниципального совета, а на основании диспозиции примара. то есть он да. распределяет деньги как хочет. Так вот, силу вопрос... того, силу того, что нет главного финансового документа. Совершенно верно, так он, вот, он берет на себя ответственность. 22 он... декабря 2017 года впервые бюджет городской муниципальный бюджет даст дефицитом там около 300 миллионов. Но тем не менее, 4-2 миллиарда доходов был принят вовремя. Мы предоставили возможность администрации, до этого была госпожа Сильвия Радокс, директор финансов, сейчас Руслан Кадряну. Мы предоставили возможность. То есть, ребята, у вас все рычаги есть. Вы исполните на власть. Мы, как законодательный орган, как нормотворческий орган, скажем так, мы утвердили бюджет. Проведите вовремя тендер. Провели тендер, заставьте экономического агента вовремя поставить детскую площадку. Ну, И вот да, дальше... проверить качество. Совершенно хубы. верно. И вот дальше Достанцы. мы возвращаемся к тому, а что мы как фракция социалистов в муниципальном совете Кишинева запланировали в этом бюджете. И почему нам сейчас многие жители жалуются? А почему у нас нет детской площадки? Почему до сих пор, вот сейчас зимой, Василий Александрович 17-19, вот только сейчас устанавливают детскую площадку. А потому что э, вас ругаться нельзя в эфире. Ну, ну и не только у нас. Потому что у некоторых, простите, руки не с того места растут. Вот у них плечи чуть ниже растут, чем обычно, так условно выражаясь. И они вовремя не проводят тендера. Далее. Наступает куча всяких интересов одни экономические агенты, вторые экономические агенты. Мы не влезаем в эту структуру. По законодательству мы, муниципальные советники, тендера не проводим. Это проводит администрация. Так у них не состыковка. Начальник экс-друпа не понимает начальника управления, начальник управления не понимает ИО Примара. У них вообще какое-то непонятно, что они там вообще чем занимаются. Есть бюджет, исполняйте. И вот из-за того, что вовремя не проводятся тендера, к сожалению, многие наши программы только сейчас зимой реализуются, и некоторые наши оппоненты пытаются это использовать, что мы якобы это под выборы. Мы не под выборы. Это должно было быть весной уже все установлено. К сожалению, а количество программ, ну вот, а социальных программ количество вот коллега большое может... да площадок вот летом примеру появится. будет, мы выделили 52 миллиона на закупку автобусов. Вы знаете, что на данный момент очень ну, явная такая проблема насчет транспорта по городу, общественного да, транспорта. Во -первых, у нас нехватка. парк имеет 121 ну, единиц автобусов, но рабочих в день он может пустить на маршрут не больше 80 штук. Все, у нас закончились. Теперь мы выделили вот эти 52 миллиона. Мы с июня месяца по декабрь месяц не могли этот тендер провести, поскольку. Третий тендер отменялся. Да. Отменялся, не знаю, что там. Вот нашли общее соглашение, эти деньги мы э, передали как бы на закупку троллейбусов. Более того, <coughs> все эти троллейбусы, даже к примеру троллейбусы, которые по Трушенам, по Трушенам у нас ехали пять автобусов, из которых одна была гармошка. Я лично разговаривал с товарищем Кадряном и говорю ему. Давайте эти вот пять троллейбусов, вы их на ватру переправите. У вас пять автобусов там есть. Еще два автобуса с ватры перенесете туда, будут семь. Семь автобусов справится с населением, которое есть в Трушенах. Потому что эти троллейбусы имеют как, возможность ехать без подзарядки 20 километров. Но исходя из того, что зима, есть да, технические данные, энергию. расход чуть-чуть больше, они не согласились на это, потому что это исходит от социалистов. В итоге, первые дни, когда они поставили на маршруте, что случилось? Аккумуляторы не успевали заряжаться. Раз, два. Они поменяли пять автобусов, у которых грузоподъемность и э, число пассажиров больше, на пять троллейбусов, где меньше. В итоге опять у нас там э, не все помещались. Это минус. Но мы же все четко, четко и ясно им все проблемы заранее сказали. Более того, мы говорим, хорошо, нам трушены нужны, нам ватра, нам каждая субурбия нужна, нам она важна. Но сначала нужно решить проблемы в городе. У нас есть улица Гренобли, у нас есть наш зоопарк, где его нужно как-то обеспечить, чтобы, опять же, это наша структура, ее как-то финансировать нужно. Поставь там публичный транспорт, чтобы дети могли на транспорте публично там доехать. Там один раз в три часа автобус какой-то едет. Поставьте там транспорт. Да. Вот поставь... доход за соответственно, Правильно. Поставьте еловены. При том еловены, если поставить транспорт через Еловену, он обеспечит и дурлежит, и опять будет кольцевое такое движение. Каждый раз, когда приходим, кому-то что-то не нравится. Да, хорошо. Сейчас мы нашли общий язык. На моей, как после моей личной инициативы, вот сейчас мы решили, будет у нас 35 маршрут троллейбуса, который будет э, охватывать Еловенскую трассу, Дурлешт и Улица. возвращать улицу Еловенскую. Но это не только на одной улице нужно, и это не должно исходить от муниципального советника. Это, для этого у нас есть структуры. Структуры, которые должны планифицировать. Мы им только должны выделять деньги. Если говорим про стройки. Вот мы делали с коллегой публичные слушания насчет социального жилья. У нас более 10 лет даже те квартиры, которые были социальные, почему-то как-то так-то случилось, что их приватизировали. И почему-то опять же приватизировали не те люди, которые нуждаются, а те, у которых есть какая-то политическая принадлежность, либо еще 2-3 квартиры. Мы говорим. Давайте мы вам, мы определенному экономическому агенту мы выделим землю бесплатно, но он за, нам за это даст определенные квадратные метры. Мы эти квартиры не будем давать на приватизацию, они будут как социальное жилье для молодых специалистов. Для семей, у которых ну, 10-7 детей. Вот, кстати, здесь недалеко на, на Яловенской я познакомился недавно. Семья 11 детей, живут в двухкомнатной квартире. Вот мы могли бы им помочь сделать это. К сожалению, не желается. Но, опять же, как говорит мой коллега, пользовались моментом. Тендер, хорошо, муниципальный совет нам дал рычаги. Но тендер мы не проведем, поскольку не моя компания выигрывает. Это вам говорят в Примаре, да? Ну, это <laughs> приходит другой экономический агент и говорит, смотрите, у меня лучше качество, вот я подал вовремя документацию, почему-то я не могу выиграть. Оказывается, там кто-то из определенной партии имеет личный интерес. В итоге кто страдает, опять же, наше лицо страдает, поскольку население же не понимает, что это коррупционная схема внутри, с ней бороться нужно вместе. Когда говорю вместе, то я сейчас дам реальный пример, где мы с коллегой вот решили только благодаря вместе. Вот у нас есть на Пятца Унире 3 стройка нелегальная, на Димос 7, 2 нелегальная стройка. 3. Когда, 3. Когда к нам люди приходили, помогите. Мы откровенно им сказали: без вас мы ничего там не сделали. Да, мы поставим проект на повестку дня. И мы это сделали. Но если не будет ваша поддержка. Им все равно, что там дети, что там детская площадка, что там зеленые насаждения, им нужно заработать. И они будут идти по головам. Вот только благодаря того, что вот товарищ Одинцов сплотил Димо 7, дробь э, 3, я сплотил 5 унири 1 и 3. Есть, непосредственно жители. Жители. Вот вместе мы сила, мы можем что-то решать. Иначе получается так, что приходит. Гражданин, который недоволен, что ему и там видно, если поднимать всю документацию, там четко и ясно видно, что там нелегально строят. И он приходит к определенному муниципальному совету, ну скажем, ко мне. Я пишу официально всю, все бумаги, где прошу документацию, прошу приостановить стройку. К сожалению, ее не приостанавливают, либо приостанавливают и ждут там неделю, смотрят, как мы реагируем. Если эти люди не будут, так скажем, более конкретным шагам переходить, то они дальше будут строить. В конце получается, что стройка до конца, люди теряют в нас На веру. веру, а мы остаемся просто с бумажкой. А примария вместе с вице-примарами зарабатывает над всем этим. Вот маленький э, рассказ о том, как работает да, нынешняя вот Примария. Хочу сказать, ну, говорилось о том, что есть, будем говорить, такое отношение или разделение, mm -hmm. или восприятие Муниципального Совета и всего того, что происходит в Примарии по политическим каким-то предпочтениям. Но насколько, э, то есть, я понимаю эту ситуацию, мне кажется, вот этой тенденцией начало заложил как раз именно бывший э, столичный городоначальник Дарин Киртока, когда отдел... Да всех водителей э, с общественного транспорта в синие рубашки, это, как я сейчас помню, все ездили, и, и сзади на каждый троллейбус белорусского производства нацепил значок Евросоюза. И благодаря, ну и так далее, все по тексту. Ну, я задаюсь таким вопросом. Хорошо, ну вы представляете разные политические организации. Но кишиневцы, которые голосуют за вас, там, за либералов, за либерал-демократов, за партию социалистов, они же все равно дышат одним и тем же воздухом. Нет же у нас кишиневцев, которые открывают форточку и вдруг неожиданно дышат воздухом с Женевских озер. Живя в Кишиневе, я имею в виду, там специальные что ли, баллоны с воздухом привозят. Либо люди просто себя сами таким образом позиционируют, что я представляю определенный сегмент политического характера, и улучшение общественного транспорта его не интересует, потому что мы все ездим на внедорожниках. тогда партия внедорожников назовите себя. Там, не проблема чуть, чуть глубже в этом да. смысле, если если позволите. конечно. для того, чтобы решить определенный проект, скажем транспорт, нам нужен сначала городостроительный план города. почему? потому что когда мы будем знать, в какую сторону мы развиваем город где будут основные дома жилые, мы в ту сторону развиваем троллейбусную сеть, к примеру, либо ставим асфальт и делаем широкую дорогу, которая позволит для другого типа общественного транспорта. Но когда у нас все последние 10 лет нету этого, поскольку это требует работы, они не хотели работать, они просто пользовались тем, что есть. Да, кто-то скажет мне, что есть городостроительный план 2007 года. Но, к сожалению, никто не работает под этот, под этом плане. Сейчас они воспользовались старой системой и строили внутри дворовые точные застройки, как любит говорить мой коллега. После этого получилось, что улицы остались те же, они не удлинились, Единственная ветвь, которая была за все время это поставлена, и то она по, по, старой схеме еще со времен Урикян, это была ветвь в сторону аграрного университета. Все, больше новых ветвей я не видел, которые бы поставил. Теперь получилось так, что да, они заработали, построили дома. Вот смотрите, виадукт это такой пример, самый такой цветок-цветок, это центр города. Да и про Буйкана могу сказать, даже Альфа, Бывший завод Альфа пристроили, при том, что мы были, э, как бы не то, что м, м, потри, э, против. против, мы чуть не дрались с ними, чтобы они там не строили. Им все равно, там пришли деньги. В конце получилось: стройка есть. Там такая инфраструктура, на которой как бы, люди зарабатывают. Да. А когда по утрам, чтобы и, они все э, шли на работу, что у нас? Там пробки. Пробки, бешеные пробки. Кто-то мне говорил, что давайте соединим Яловенскую улицу с улицей, есть возможности Василия Лупу, корнулы. Я лично там ночью ехал. Она узкая. Даже если ее соединить, мы не решаем этот вопрос пробок, поскольку у нас нету будут пропорци... потрачены деньги и будет новый все равно да. будет новый трон. У нас нету пропорциональности. Э ну как во всем мире, строится инфраструктура в зависимости от ее развития. Заводы, значит, через 2-3 квартала там жилые дома, чтобы люди не тратили время на друг. У нас даже детских, детских садов у нас нету построено по зависимости от стройки жилых домов. Во всем мире строится детский садик и первоначальная школа в зависимости от числа населения в этом секторе. У нас я могу дать, мне кажется, каждый второй сосед везет ребенка в какой-то детский садик, где ему удалось найти место. То есть и часто это в другом конце города. Да, но что мы видим каждый день на муниципальном совете, ну, на каждом муниципальном совете? Дополнительный вопрос на повестку дня, решение вопроса о э, сдаче какой-то территории под стройки. И постоянно оно, либо от демпартии, либо от либералов, в последнее время даже, скажем, от... Э, партии, которая до сих пор не особо вникала в, этот, в эти вопросы. В итоге у нас опять же остается тот же хаос. Мы в конце дня тратим до того, чтобы дойти 3 километра, тратим по полчаса, час в дороге. Это не есть правильно. И когда э, кто-то мне скажет, что, что делал Дарин Киртуак? Дарин Киртуак и заработал, и он уедет отсюда. Да, он сейчас баллотируется. У него он столько заработает, заработал, что он уедет, и ему наплевать на всех надо. А мы останемся с остальными. Проблемами. Его форточки будут дуть в другой вид. Более того, проблемы, которые есть после стройки, ведь человек внес деньги, купил квартиру, он же не думает, что потом нужно парковаться где-то, потом нужно ему этот транспорт нужен. А и он а и а все а это... С детьми где гулять? С детьми где mm -hmm. И куда все он эту энергию отдаст негативные местной власти. Это должно быть, работать органично и систематично. Для того, чтобы решить проблемы города, это не решается за один, за два года. Это решается изначально городостроительный план, дальше уже идет по зависимости от застройки города решение вопросов по необходимости школа, садик, рынок. Все, все эти структуры нам нужны, инфраструктуры. Помните, не так давно звучало, что подобное, вот такое, например, в Европе не произошло. Вот я почему-то привязываю к этой фразе, сказанной небезызвестным всем, еще недавно спикером парламента. Если любому мэру европейского города, даже не столицы, а именно города, рассказать о том, что есть в Европе город, уже то есть, в, в рамке э, или в статусе столицы э, демократического государства, которое развивается хаотично. Ведь э, ну, мэр Праги, Брно, мэр э, Вены, он не поверит в это. Он говорит, это невозможно, должен быть действительно градостроительный план, согласно которому город дальше уже живет и развивается. И э, воспримет эту ситуацию как анекдот и скажет, что это где-то может быть только лишь ну, в Африке, может быть. Уже Китай даже не приводит пример, там все по плану. И по такому плану, который даже, в общем-то, трудно себе представить. И это расхожая фраза, например, где живешь? Живу в Шанхае. Ну, имеется в виду, что в накоплении каких-то маленьких... Да, пример да, да, вот Шанхай когда-то, может быть, в начале прошлого века так развивался, а мы до сих пор почему-то эту практику пытаемся внедрить уже в 21 веке. И причем не в начале, смотрите, уже практически второй десяток скоро завершится 21 века, а у нас насаждение вот Шанхая э, китайского, вот такого подхода. Это, ну, это в общем-то, одно из негативных ощущений, мне кажется, не только жителей Кишинева, но и гостей нашего города. И такой момент, вот, э, я не знаю, насколько, насколько кто-либо готов дать ответ на этот вопрос, но он у меня есть. Ведь, смотрите, э, представим себе Вену. И Едете по какому-то Александру Плац, сворачиваете и видите улицу, которая называется Аншлюз. То есть я могу, вот можно представить в Вене такую улицу, но у нас же есть Пятца Унири, Страда Унири у унире или еще что-то. Может быть, как-то и вернуться и к этим вопросам, чтобы заставить тех же либералов, которые насадили нам вот эту чуждую нам идеологию, ухватились за вот все это и позабыли, наверное, о заработках на наших канализациях, на водопроводах, на которые они насаждают многоэтажные небоскребы. Ну, это такое вот пожелание кишиневцев, озвученное в эфире. Я, наверное, вам озвучу следующий ответ. Вся беда начинается в наших умах, в умах наших избирателей, Это точно. жителей пригородов и так далее. То есть я почему опять возвращаюсь к пригородам, потому что они сыграли основную повестку дня вот на выборах 20 мая. И вот люди никак не поймут. В Германии, в Швейцарии, в Норвегии, во Франции живут хорошо, потому что там пашут. Потому что там работают, утра, потому что там платят венчь. налоги, кстати, достаточно большие налоги платят, и там очень огромные штрафы за нарушения, и там не нарушают закон и не воруют. И за счет этого государство развивается, за счет этого высокое благосостояние. Потому что у них нету таких социальных наработок, как были бы в бывшем Советском Союзе, бесплатная медицина, бесплатное образование, бесплатные квартиры на работе, на, на, когда если ты нормально работаешь, тебе выдавались квартиры. Там нету такого, за все нужно платить. Вот наши люди, к сожалению, вот остат, остатки, пережитки вот советского прошлого, что нам кто-то должен что-то дать. Ну, просто не самые худшие воспоминания о советском нет, о прошлом. Нет. Но... Это хорошие воспоминания, но, я но имею в виду, это накладывается на пропаганду. И вот, уважаемые жители города Кишинева, и не только, вот нужно проснуться, знаете, вот как встряхнуться и понять, а основа во всем экономика. Вы просто возьмите, посчитайте, калькулятор, счеты возьмите, кто как умеет, на палочках посчитайте, если не умеете считать. В основном в основ, это является основа, а все остальное это дополнение. Вот мы подписали соглашение об ассоциации, вот кому-то нужно было подписать. Так это соглашение об ассоциации, внимание, даже не подсчитывали выгоду. Янукович сделал одну гениальную вещь. Он заставил Академию наук высчитать, во сколько обойдется экономике Украины переход на стандарты Европейского союза. И они пришли к цифре 160 миллиардов евро. В течение 10 лет Украина должна потратить для того, чтобы перейти на их стандарты. А у нас вообще никто не считал. Я знаю один простой пример. Это мой товарищ, он... Ветеринар, он вы знаете, сколько стоит одна птицефабрика? Вот перейти и сделать современную по европейским стандартам 5 миллионов евро. То есть такие инвестиции должны быть. Только а потом, на одну птицефабрику. А представьте себе: завод по соку, завод по консервации, сколько все бизнесмены, все фабрики, те, кто дают рабочие места нам, должны потратить деньги, чтобы соответствовать европейским нормам? Раз. Но нам же влили вот эту пропаганду. Вот они закрыли российские каналы. А пропаганда, извините, вот большим э, нехорошим веществом промывает мозги всем жителям э, Молдовы, говоря о том, что вот это все хорошо, вот это все замечательно, ребята. С 2009 года у нас у власти кто? Филат, Гимпу, Лянку, Плохотнюк. В, э, миллиард украли когда? Именно при их Альянсу Уну, Альянсу Ду, Альянсу Патру сейчас собирается после выборов, не дай бог, какой-то там, они новый Альянс придумывают. Они просто меняют фишки на своем фланге правом. Там, то был Филат, сейчас стала Санду. Санда была у Филата, была у Филата. То же самое и в Кишиневе. Пришел, ушел господин Киртуака, пришла госпожа Сильвераду, пришел потом Руслан Кадряну. Ребята, а вы смотрите, а что меняется, качество в чем меняется? Киртака ушел, а его дело о незаконных постройках или беспределе в этом строительном мафии Беляра продолжается. То есть фракция либералов пропихивает это дальше. А ну все не только фракция либералов пропихивает, все остальные точно так же этим занимаются. И когда мы говорим, ребята, вы с ума сошли, вы за что голосуете? Вот я недавно случайно обнаружил, есть добрые люди в Примарии, которые мне говорят, говорят, знаешь, что были выданы городостроительный сертификат. Мы боролись, вот э, кинотеатр «Годиамус», когда выдали авторизацию на снос 2016 года, вот с 2016 года по 2018 год, эта авторизация, она истекла. Я дважды сносил, не, вернее, не давал установить забор, э, потому что мы боролись, мы реально этим занимались. Иск в прокуратуру, иск в суд и так далее. Мы аннулировали этот градостроительный сертификат и авторизацию на снос. Пришел э, господин Настаса, и овцы целые. То есть кинотеатр все-таки снесли в интересах бизнесменов. И господин Анастас и пропиарился. А если посмотреть, вот здесь у нас у них, кстати, офисы в 50 метрах друг от друга. Вот очень возникают вопросы. Если пользоваться логикой господина Настаса, вот 25 метров офис платформы, да, и офис платформы это фирмы, которая занималась сносом этого кинотеатра. Так вот, возле дома... Знаете, может быть, случайность? Ну, возможно. <laughs> Не думаю, да? <laughs> Во всей каждой случайности есть одна определенная закономерность. Вот наш представитель фракции выступал на Богдан Воевод, бывший рынок Алешина. Вот, знаете, нас а, платформа, да, обвиняла в том, что мы там якобы мафия мобилярия. Так мы приглашаем. Он говорит, господин Настас, ну приди на заседание Совета, уговори своих коллег-либералов, не голосовать за этот беспредел. Потому что основа, основа мафии Мебеляра именно в этом голосовании. Мы не голосуем за эти проекты. А твои коллеги голосуют, а ты их потом по-шорски гладишь, они тебя гладят. В этом месте то Альянс, то не Альянс, то Акум, то МУКА. Тут -то очень сложно разобраться уже. Люди должны понять, уберите слои пропаганды, уберите всю информацию и просто посчитайте, посмотрите, кто что делает. Так вот, на Осаке, где Дырда, кстати, построил, господин Дырда построил дом и людей обманул, он обещал двухуровневую пристройку, вот прямо выше круга Осаки на пересечении Георгия Асаки и Василия Александри, Ханческое шоссе, начало Ханческого шоссе, выдали градостроительный сертификат на строительство автозаправки. Люди а просто куда в шоке. Вот вопрос, а куда там впихивать? Вы что с ума сошли? Недалеко больница, кстати, там. Есть... А, министерство здравоохранения рядом. Вот, вот, что... Минздравом, когда <с> здесь... вот что госпожа <с Сильвия <с Раду скажет о том, что буквально в 20 метрах от Министерства здравоохранения появится э, заправка. Господин Стрелец, когда был экс-премьер-министром, э, он сократил расстояние от жилых домов до заправок с 50 метров до 25 метров. Наверное, посчитал, что это не... Очень здоровое явление или не такое опасное явление. И сократил это расстояние. В итоге все стали заправки ближе строить. Вот мы подали жалобу э, господину, э, исполняющему обязанности нынешнего примара, для того, чтобы он аннулировал, как эмитент, аннулировал этот градостроительный сертификат. И Вот я пока ответа не получил. А там э, 120 квартир, которые имеют всего 22 парковки. И вот кто-то же подписал авторизацию на строительство этого дома. И городостроительный сертификат также подписали. То есть... Ничего не изменилось. И вот, уважаемые жители, уважаемые жители пригородов, необходимо смотреть, а кто заботится о вас. А кто делает? Не так говорит, ай, а со сачалишти, но и времла Европа. Если ты гадишь у себя под носом, Европа у тебя никогда не будет. У тебя будет помойка, потому что ты сам перед собой гадишь. Если ты будешь поступать, чистить, убирать, шлифовать, делать асфальт, красить, как в Европе, вот тогда у тебя Европу здесь надо строить. И не название, Европа, Евразия, Африка, не суть в названии. Суть в качестве жизни. А качество жизни мы с вами делаем. И вот мы приходим к следующему моменту. Мы, э, фракция социалистов в муниципальном совете, мы достаточно много сделали для социальной гарантии, для социальной защиты жителей. Вот мы с вами говорили, мы зубами вырвали бюджет 2018 года. Скандалами, руганью. Э, не знаю, чем у нас получилось. Компенсация за затопления. 42 тысячи человек, вот на 2019 год это все переместилось, большая часть на социальных, 42 тысячи социальное отопление. Компенсация за кота партии, помощь глухонемым, помощь слепым, надбавка зарплаты 20%, вот опять же, 20% надбавка зарплаты к воспитателям и учителям. Мы выделили в муниципальный совет, сделали решение, а исполнительная власть не выполняет. Деньги есть, решение есть. Специально затягивают для того, чтобы социалисты не могли сказать, что... И нам звонят у говорят, Ну вы же сказали, да, что, да, что вы заплатили, ну где? Ребята, деньги есть. И мы решение сделали. А вот они специально не делают, потому что не хотят для того, чтобы сказали, что социалисты молодцы. И вот как это называть? Саботаж. Это Я саботаж. Вам... Секундочку. И мы переходим к следующему моменту. О том, что, к сожалению находясь в оппозиции, у нас из 51 советника всего 19 советников. К сожалению, одна сударыня родила ребенка и находится в декретном отпуске, не может присутствовать. Ну, все, а, хорошо. ну это хорошо, Здесь но я имею в виду, этого голоса нет, у нас 18. Получается так, мы не можем решать системные вопросы. И более того, мы упираемся в то, что либералы, демократы, либерал-демократы, просто премьер господин Лянка и так далее – изменили законодательство, особенно в области строительства, и мы страдаем, и пытаемся помочь людям в области этого строительства, изменить законодательство не в пользу людей, а в пользу застройщиков. И единственный выход есть, это прийти в парламент, нормальной, здоровой силы и поменять полностью власть, поменять все законодательство, повернуть это законодательство лицом к людям. Вот тогда не будет незаконных строительств, вот тогда не будет свалок, потому что будут нормальные штрафы, вот тогда тендера на закупку водопроводов, электричества, светильников, освещения парков, и так будет проводиться вовремя, и это, мы не системная, будем... без всяких... это системная это, работа необходима, работа и мы не, не будем вынуждены, как сказал мой коллега, мы дали деньги на закупку 50 автобусов, то есть есть решение, ребята, проведите тендер. Автобусов нет. А у них начинается мафия автобусная. Там те предлагают румынские, эти предлагают другие. Каждый друг на друга пишет жалобу. В итоге три тендера отменилось. Три тендера отменилось. Нет, чтобы жителям помочь. Мы вынуждены были теперь перекинуть деньги на троллейбусы. Вот часть пойдет в Дурлештей улице, жители улицы Лавенской давно да. просили об этом. И я надеюсь, я сейчас прошу для того, чтобы еще один маршрут был на Тестимицану, там навести наконец-то надо порядок для студентов мединститута, для жителей э, Малой Малины. Но, уважаемые граждане, нужно четко понять, необходимо системный подход. Когда будет системный подход, когда мы изменим законодательство, тогда мы будем качественно жить. Вот для этого сегодня был Республиканский совет, если вы позволите, я скажу. И я, и мой коллега, мы имеем честь представлять партию социалистов в каждом своем округе. И сейчас происходит сбор подписей. И мы обращаемся, я вот обращаюсь к жителям, кто верит, доверяет, а мы надежная команда, мы никогда не подводили вас, жителей. Просьба подписаться в нашу поддержку, для того, чтобы можно было зарегистрироваться в качестве полноценного кандидата в депутаты по каждому по своему округу. И мы, естественно, будем защищать интересы жителей не только своего округа, а также всей республики. Mm -hmm. Динарий, вы хотели что-то добавить? У меня вот к вам на... тоже есть вопрос. Насчет того, что определенные изменения для того, чтобы была качественная жизнь, нужно делать через парламент. Никто же не знает, что... Каждый раз, когда предлагаешь проект, к примеру, мы предлагали 20%, 50% надбатвку учителям из детских садиков. Либо вот мы дали компенсацию для молодых специалистов тысячу лей тех, которые живут на квартире. Никто не знает, что каждый раз, когда ты идешь с этим проектом, не нужно просто кричать, вот как либералы, а давайте мы не тысячи лет дадим, а три тысячи, я согласен, пять дать, давайте найдем сначала откуда. Каждый раз мы не идем просто с инициативой, давайте сделаем. А вот откуда мы берем, вот что мы То есть, сделаем, и вот как, какому номеру населения мы поможем. Вот это обозначает, что ты делаешь сначала до конца, а иначе получается, что ты вроде бы идешь делать благое дело, кто-то оттуда кричит, давайте повысим, я-то согласен повысить, но если мы повысим и проголосуем, то в конце ничего не сделаем, поскольку они скажут, а покрытия финансирования нету, раз, два, не мы должны заниматься надбавкой к зарплате. Более того, у нас были проблемы, как нам это сделать с юридической стороны, чтобы потом к нам не пришли... не нулила. Не госканцелярия пришили, не, нулево, госканцелярия да. не, не пришила что-то и, и не придралась. Уголовщину, например, Про, да. У нас такое тоже было. Мы находили лазейку, к примеру, как премии, как добавка к зарплате. Но это не решает полностью вопрос. Ведь человек, который приходит... И ухаживает за нашими детьми. И она должна быть в 6 часов, к примеру, если она готовит кушать в 6 часов утра и уходит допоздна, она с двумя тысячами, там 1200 лей было у них. Она не может сидеть. К сожалению, когда идешь опять же в муниципальный совет, и там, если говорить про определенные партии, там либералы, они, естественно, у них должности, каждый из них в какой-то э, муниципальной структуре в э, комиссии присутствует. Не то, что ну, присутствует, они решают да. и получают дополнительные зарплаты. Вот, к примеру, те, которые АП канал имеют по 10 тысяч дополнительных зарплат. Среди коммерческих да. совет. Да. Угу. Административный совет. А административный совет. Им же все Но равно плохие, на, на, на наши э, усилия, поскольку, или на страдания того, который работает, у них хорошие зарплаты. И опять же, если мы хотим сделать определенные изменения, они должны быть идти на государственном уровне, через парламент. Парламент должен проголосовать, а остальные должны это делать. Ну вот под занавес. Осталось буквально там 2-3 минуты у нас до завершения эфира. Что бы хотелось пожелать самим себе, муниципальному совету и над чем вы планируете работать уже в 2019 году? Это Александр. С какими задачами? Знаете, я бы хотел самому себе пожелать, ну, во-первых, терпения, здоровья, ну и, наверное, побольше свободного времени, чтобы уделять семье. Я в ближайшие две недели жду э третью дочку поздравляем ну, да у меня жена уже 39 -я неделя mm -hmm. я жду и жена когда я прихожу в 10 в один часов с работы мне сложно объяснять что знаешь нужно помочь гражданам нужно там изучить mm -hmm. проект решения она а жена говорит, а мы не граждане, да? Нет, она, она по-другому делает. Она говорит, а, а, господин советник, а, тут по такому-то адресу есть проблемы, не могли бы вы приехать, тут две дочки хотят с вами поиграть и так далее. Я бы хотел, наверное, побольше немножко личного времени. Я стараюсь уделить внимание семье. Но а, в предстоящие праздники я желаю всем жителям в первую очередь благополучия, здоровья. Ну и чтобы наконец-то город стал развиваться нормально. Для того, чтобы город стал развиваться нормально, нужно, чтобы этим управляли нормальные люди. Мы надежная команда. Mm -hmm. Динарик, ваше вот, ваше финальное пожелание, обращение и вот на чем хотели ну, бы. У на нас совпадение с Александром. Он тоже ждете ждет... дочку? Нет, Он, я... ч... он, он обгоняет, а. он четвертого ждет! Молодец! У, у нас да. четвертая и тоже дочка. У нас тоже есть такие проблемы, но раз вы сказали, что бы я хотел То пожелать. Есть жена с мужем обращается через депеши, верно. <святник> <святник> ну, не будем <святник> подаваться в подробности, вы знаете, у каждого есть свои нюансы. Значит, во-первых, хотелось бы пожелать, чтобы в новом году. Было меньше проблем, чем было в этом. Если говорить про муниципальный совет, хотел бы пожелать, чтобы кто-то одумался. То поскольку есть победа здравого смысла. муниципальный советник ⁇ это временное явление, а человеком ты должен оставаться. Раз. Два. Ты же тут останешься жить. Если ты хочешь здесь оставаться жить, хочешь, чтобы твои дети здесь развивались. Сделай этот город комфортабельным, сделай его удобным. Я не говорю про электропоезда, про метро, я говорю просто про удобный город. Вот у нас в этом году э, были определенные, так скажем, succes, успехи, успехи. Мы практически довели до конца э, отдельную полосу для транспорта. Я вам скажу, что я один год специально не садился на автомобиль. Один год. Я изучил вот этот маршрут, который, надеюсь, до весны будет общественный транспорт, как, как обществен, отдельная полоса. От А до Я. Я надеюсь, вот это люди оценят. Это будет комфортный транспорт. Он не будет сидеть пробки, если говорить про комфортный город, если говорить про личное, каждому желаю здоровья во первых. Если будет здоровое здоровье, здравый мысль, смысл как здравые мысли у нас может быть, так скажем, э здоровые приоритеты. Будет э здоровые приоритеты, я уверен, у нас будет э хорошее общение и мы будем думать одинаково. И если будет правильное люди, решение, если люди будут будут думать одинаково и а они о своем кармане, то значит будет благополучие. Mm -hmm. Спасибо, очень так сказать мудро и в то же время я думаю наши телезрители отметили для себя, что это было сказано ну, крайне искренне. Спасибо вам. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях были муниципальные советники от партии социалистов Александр Одинцов и Динарий Кожакар. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас.